Вот жестом уже пилит контента. Бургер со щукой, он здесь очень крутой, реально. Случайно мы с Леной на эту выставку попали. Просто мы здесь сидим. И... какие-то антенны космические. Выставочные экспонаты, типа шаттлы, дирижабли. Встретимся фразами честными, задержками на двоих. Губительная слабость на двоих, губительная радость. Мурашки, босые ноги по холодному паркету. Друзья, привет. Если честно, случайно мы с Леной на эту выставку попали. Просто гуляли по ВДНХ и, собственно, зашли на выставку, связанную с космосом. Но мне больше, наверное, не космос интересен, а больше интересно стало вот это вот. Как это, проекция Земли. Очень круто, смотрится вживую, просто великолепно. Вот жестом уже пилит контента. Контента пилит. Контентом она пилит. Класс, просто класс. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Здесь есть вот такие, как это сказать, выставочные экспонаты, типа шаттлы, дирижабли, как они еще правильно называются. В них можно зайти и, собственно, посмотреть, что здесь вообще внутри происходит. Здесь у нас все в экранах, везде экраны, везде про космос, везде вот такие вот штуки, какие-то антенны космические, как правильно называются. Вот такие вот есть, собственно. Ну что, посетили мы выставку с Jazz. Я здесь ни разу не был. Мне в принципе, интересно было. Я как бы не вот прям фанат, да, чтобы прям космоса и так далее, но в павильоне в этом интересно. Дорого-богато все. Вот эти все ракеты, шаттлы там и так далее. Если вы не были здесь, то я думаю, ну, рекомендую. Выставка стоит 500 рублей, ну, то есть 2000, но там, если по там карте МИР, что ли, там была скидка, и мы эту выставку посетили, заплатив 800 рублей. Вот, поэтому я думаю, вам будет там интересно, если вы любите космос, так тем более. Вот, а мы идем дальше гулять. ВДНХ, особенно вечером, светится яркими огнями, красиво, и снега больше нет. Это радует вдвойне, что снега больше нет, можно гулять, наслаждаться погодой и, собственно, наслаждаться преддверием лета, я бы так сказал. Так светится купол здания, где мы были. Я не помню номер павильона, там СССР на нем написано, ну и выставка «Роскосмос». Я номер не помню, но вот так вот довольно-таки красиво смотрится, да и в целом вечерний ВДНХ всегда горит яркими огнями с красивыми зданиями. Поэтому здесь после долгой зимовки можно начинать нахаживать свои километры и дышать свежим воздухом.
мы здесь сидим и пьем. Что еще делать? Сидим и пьем. Я здесь, когда был в прошлый раз, брал бургер со щукой, он здесь очень крутой, реально. Но я сейчас другой бургер взял. Посмотрим, что там будет. Ребятушки, Руспаб, мы сейчас уже второй раз в этом месте, просто пушка, здесь бургеры классные, но самая кухня классная, повар классный, но еще самое главное, то, что обслуживание крутое. Булату прям 5 баллов, Булат прям топчик, да? Красавчик. Руспаб, Тверская. Какая Тверская-то? Короче, на Тверской.